Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Привет, друзья! У нас трагическая новость. Старейший артист Центрального академического театра Российской армии, народный артист РФ Александр Петров, скончался в Москве на 99-м году жизни, 3 июля, после тяжелой и продолжительной болезни. Некролог опубликован на сайте театра. Александр Петров – активный участник Великой Отечественной войны. В самом начале войны он добровольцем ушел на фронт, участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Одессы, Праги, Вены, Будапешта. Дошел с боями до Германии и Югославии, говорится в нем. За свои боевые заслуги Петров награжден орденом Отечественной войны второй степени и орденом почета, медалью за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за победу над Германией и другими наградами. Александр Петров родился 24 марта 1922 года в деревне Короськово, Московской области. В 1948 поступил в ГИТИС, после окончания которого вошел в состав труппы театра армии, где прослужил почти 70 лет. Экранный дебют 1963 года, драма «40 минут до рассвета», далее фильмы и фильмы-спектакли «Москва-Генуя», «Равно утром», «Неоконченная симфония», «Близкая даль», «Перехват» и другие. Прощание с артистом состоится 6 июля в 11:00 в Центральном академическом театре Российской армии. Друзья и коллеги вспоминают актера как хорошего и дружелюбного человека. Он практически большую часть своей жизни отдал ради любимого дела. Также они отмечают, Александр Петров прожил долгую и достойную жизнь. Он навсегда останется в нашей памяти. Я буду очень скучать по нему, как по другу. Я прямо сейчас плачу от души. Это так больно. Прекрасный человек. Я буду скучать по нему. Очень жаль слышать. Он прожил достойную жизнь. Пусть земля ему будет пухом. Жалко терять таких легендарных звезд. Спи спокойно, друг. Хороший был человек, только теплые воспоминания я никогда не забуду. Светлая память. Царствие небесного. Уверен, этот человек жизнь прожил не зря. Профессионал с большой буквы. Жаль, что уходят талантливые люди, пишут коллеги и друзья в соцсетях. Также напомним, что скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. Смерть артиста наступила 30 июня. О смерти артиста сообщила его пятая супруга Ирина Хонда. Изначально она не назвала причину смерти мужа, но призналась, что известие из больницы поздно ночью стало для нее настоящим ударом и неожиданностью.